Я вас приветствую, дорогие зрители. Сегодня хочу вам предоставить хороший вариант 4 плюс 1 в проекте, который был сдан в 2015-2016 году. Тут никто не жил. Квартира после застройщика. Ее обставили. И сейчас вытащили на продажу. Бытовая техника вся новая, фирма Altus. Альпина духовка вытяжка. Двухуровневая квартира. С двух этажей есть двери. Это как бы 11 и 12 этаж. Но на самом деле как 12-13 этаж. На террасу я выйду потом. Пока что покажу спальню. Вот большая спальня. Минимум квадратных метров здесь 180-200 полезная площадь. Минимальная. Это первый санузел. Вот это первый вход с 12 этажа. Есть открытый бассейн, сауна, фитнес. Открытый бассейн с горкой. Теннисный маленький корт. Зона барбекю, детская игровая площадка, открытая парковка, есть еще генератор. Также можете заряжать электрический мотоцикл и тому подобное. Выйдем мы на террасу, на эту веранду. Вот такой вид. Глазами все видно. Вот так, дорогие зрители. Кадр не помещается. Ну, давайте так покажем. Здесь торговый центр Махмутлара. Тут субботний рынок. Там башня часов. Тут 2М Мигрес, LCV и Кики. Рестораны хорошие. Здесь ресторан Гариб, который известный впереди. Вот так вот. Хорошая локация. Также здесь открытая парковка снаружи. Терраса, она огромная. Также есть балкон. Такой же балкон. Тут можно закрыть, что-то поставить лишнее. Глазами море видно. Вот так. Море. Море. Расстояние до моря 340 метров. 360 между ними. Крепость Алани, вот она. Ага. Сторона юго-западная. Итак. Так, спускаюсь я на нижний этаж. Мраморные лесенки. Тут второй вход, есть также встроенный шкаф. Угу. Это вторая спальня. Есть французский балкон. Кондиционер фирмы SEG, инверторная 2++. Так, и родительская спальня, хозяйская. Здесь тоже была комната, но сделали гардероб. Второй санузел. Два санузла, как я понял. Да, сейчас глянем, было ли тут три. Нет, два санузла. Я вышел на балкон. Вот вид с балкона. Здесь поменьше, чем та терраса. Вот такой балкон. А, да.
Дорогие зрители, айда здесь 600 лир. Жарко. Цена, дорогие зрители, 300 тысяч евро. Познакомлюсь с хозяйкой, обсудите детали. Мы работаем на комиссию. Все рассказал, что надо было. Закрыл окна, дверь.